Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости нашего канала. Сегодня у нас с вами гороскоп на 26 октября 2020 года. День недели – понедельник. И по традиции мы начинаем с лунного календаря. Сегодня 10 и 11 лунные сутки. Растущая луна в знаке зодиака Рыбы. На первый план выйдут вопросы профессиональной эффективности и карьерного роста. Сегодня можно добиваться повышения зарплаты или устраиваться на перспективную работу или должность. С успехом решаются все юридические вопросы, а также дела, которые связаны с вложением денег. В бизнесе хорошее время для рекламных проектов, решения юридических вопросов и принятия новых методов работы с перспективой на будущее. Также этот период благоприятен для укрепления иммунитета, профилактического лечения и здорового образа жизни. Именинники сегодня, 26 октября 2020 года, Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Яков и Злата. Далее, друзья, у нас с вами общий гороскоп на 26 октября 2020 года. Довольно сложным будет начало дня. Это время, когда трудно найти общий язык даже людям, которые прежде отлично ладили друг с другом. Снова и снова возникают поводы для разногласий, попытки сгладить острые углы оказываются сегодня напрасны. К тому же многие становятся чрезвычайно мнительными, всюду ищут и, что самое важное, и находят заговоры против себя. Это поэтому сегодня о совместных действиях лучше не договариваться, поскольку каждый ждет от другого подвоха. Это касается и личных отношений. Во второй половине дня ситуация изменится к лучшему, появится основание для оптимизма, и многие увидят жизнь в более ярких красках, чем прежде. Не исключены также и неожиданные происшествия, которые помогут положить конец спорам. Вы взглянете на причины разногласий по-новому и поймете, что они были не так уж и значительны. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп на 26 октября 2020 года для каждого знака зодиака. И мы начинаем, друзья, со знака зодиака Овен. Уважаемые Овны, сегодняшнее утро лучше ничего важного не планировать, поскольку дела в это время будут вам даваться трудно. Тем, где появляетесь вы, сразу будут возникать какие-то недоразумения и споры. Так что и деловые, и личные встречи стоит сегодня отложить. Это неплохой период для самостоятельной работы. Если вы сосредоточитесь именно на ней, то не пожалеете об этом. Ситуация постепенно меняется к лучшему, и вторая половина дня радует вас приятными сюрпризами. Сегодня будет возможность взяться за какое-то новое интересное дело, благодаря которому вы познакомитесь с необычными людьми. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Телец. Уважаемые Тельцы, сегодня хороший день для тех, кто не любит торопиться и предпочитает спокойно обдумывать каждый свой шаг. Осторожность помогает сегодня избежать многих проблем, а реальная оценка ситуации – обойтись без разочарований. Деловые отношения складываются сегодня напряженно. Окружающие предъявляют вам высокие требования, которым нелегко соответствовать. Следите за тем, какое впечатление вы производите на окружающих. В этот день лучше никого не шокировать, не нарушать традиции и вообще выглядеть и вести себя скорее консервативно, чем экстравагантно. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Близнецы. Уважаемые Близнецы, сегодня удачный день с точки зрения работы, учебы и бизнеса. Также сегодня есть шанс успешно провести деловые переговоры, положить начало сотрудничеству, благодаря которому перед вами откроются новые горизонты. Могут сегодня у вас появиться и новые обязанности. Поначалу они покажутся вам трудными, но позже вы во всем разберетесь. Хорошо, если дела не будут однообразными. Рутина притупляет внимание, и вы начинаете скучать и сердиться. Избежать проблем в личных отношениях смогут те, кто старается быть искренним с близкими людьми и не ищет поводов для недоверия и подозрений.
Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рак. Уважаемые раки, сегодняшний день подходит для самых разных дел. Единственное, что действительно важно, это возможность быстро достичь понятного и полезного результата. Вы готовы приложить усилия только ради чего-то конкретного. Такой подход порой мешает должным образом оценить многие начинания деловых партнеров, которые способны предвидеть перспективы. В личных отношениях, напротив, вы порой заглядываете слишком далеко вперед, и близких это будет раздражать. Появляются иллюзии, расставание с которыми будет и нелегким, и будет болезненным. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Лев. Уважаемые львы, сегодня у вас интересный, но непростой день. Вам нужно быть и сдержанными, и решительными, и энергичными, рассудительными, и способными взять на себя ответственность за других людей. За это вы получите щедрую награду и не пожалеете о том, что приложили столько усилий. Имейте в виду, что не всегда добиться нужных результатов вам удается быстро, поэтому лучше запастись сегодня терпением. Также сегодня возможны и новые знакомства, но романтические связи, которые начинаются в этот день, примут серьезный характер, только если вы, конечно же, проявите инициативу и будете настойчивы. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Дева. Уважаемая Дева, сегодня у вас появляется много новых идей, благодаря которым вам удается справиться со сложными делами. Там, где другие топчутся на месте, вы находите собственный путь к цели. Также сегодня высок и творческий потенциал. Некоторые девы удивят окружающих своими талантами, о которых прежде никто не догадывался. Оригинальный взгляд на вещи помогает вам находить общий язык с яркими личностями, но консерваторы могут быть вами недовольны. Хорошо сегодня пройдут семейные торжества, встречи с дальними родственниками или друзьями, с которыми вы давно не виделись. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, этот день благоприятен. Он обещает вам значительные перемены как в личных, так и деловых отношениях. Вы разберетесь, какие связи для вас по-прежнему важны, а какие вам приносят больше неудобств, чем пользы или радости. Это поможет вам определиться с планами на будущее и понять, на чем нужно вам сосредоточиться. Ваши действия могут вызывать критику, причем весьма жесткую и не всегда конструктивную. Поэтому старайтесь не принимать близко к сердцу и помните, что те, кто сегодня упрекает вас и предъявляет претензии, на самом деле не враги вам. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Скорпион. Уважаемые наши скорпионы, день будет довольно напряженным. Вероятно, сегодня трудности в работе и проблемы при оформлении документов и решении юридических вопросов, а также могут быть ошибки в разных расчетах. Старайтесь не нервничать сегодня, пока вы сохраняете самообладание, есть шанс найти выход из сложной ситуации. Не просто складываются и личные отношения. Старые привязанности проходят проверку на прочность. Некоторые скорпионы могут разочароваться в человеке, которого любят. Все это болезненно и неприятно, но даже такие переживания не заставят вас утратить равновесие. Далее у нас с вами гороскоп для знака зодиака Стрелец. Уважаемый Стрелец, настройтесь на самый серьезный лад. Усердие, трудолюбие и исполнительность помогут вам добиться успеха, который удивит окружающих. За свои старания вы получите щедрую награду, и можно не бояться, что силы будут потрачены впустую. Также сегодня возможны успехи в решении творческих задач, оригинальные идеи, благодаря которым вы одержите победу над соперниками. Многим нравится ваш оригинальный взгляд на вещи. Не исключено, что с какого-то горячего спора или шутливой пикировки начнется яркая романтическая история, которая запомнится вам надолго. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Козерог. Уважаемые наши козероги, день для вас будет очень благоприятен, поэтому не тратьте свое время зря. Открываются сегодня новые возможности, и сегодня будет шанс достичь больших успехов. Можно ставить перед собой новые цели, вскоре вам удастся достичь их. Но все это справедливо лишь для профессиональной сферы. Личные же отношения требуют другого – терпения, умеренности в желаниях и сдержанности в высказываниях.
В этой сфере не стоит что-то кардинально менять. Ошибкой будет пытаться добиться чего-то от окружающих давлением или какими-то уговорами. Подумайте, как вы можете заинтересовать их. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Водолея. Уважаемые Водолеи, сегодня вероятны заметные перемены на работе. Деловые отношения станут складываться по-новому, и ваш даже авторитет возрастет. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Могут также появиться новые партнеры, благодаря которым вы сможете быстро реализовать свои смелые планы. У некоторых водолеев будет реальный шанс подняться по карьерной лестнице. День благоприятен для делового общения. Не меньше радости приносят разговоры с близкими людьми. Сегодня можно обсудить вопросы, важные для всех. После этого многие разногласия останутся уже в прошлом. Далее, друзья, у нас с вами гороскоп для знака зодиака Рыбы. Уважаемые Рыбы, сегодня, 26 октября, вас ждут приятные сюрпризы, неожиданные совпадения, которыми удастся воспользоваться для решения давних проблем. Вы изобретательны, часто находите неожиданные, но абсолютно верные ответы на вопросы, которые других поставили бы в тупик. Вы многое успеваете и с толком используете время, и оказываетесь в нужном месте и в нужный момент. Личные проблемы сегодня решаются легко, поскольку вы точно знаете, чего хотите, и ваши желания не противоречат интересам окружающих. Сегодня удается договориться даже с теми, кто еще совсем недавно был исключительно упрям и не хотел идти ни на какие уступки. Друзья, вот такой у нас с вами гороскоп на 26 октября 2020 года для каждого знака зодиака. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, обязательно смотрите другие видео на канале, но мы прощаемся и услышимся в следующем видео.